президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые главы государственной делегации, дорогие друзья, приветствую вас в Таджикистане. Для Республики Таджикистан большая честь принимать юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Прежде всего, хотел бы искренне поздравить всех присутствующих с 20-й годовщиной создания нашей организации. За эти годы ШОС успешно прошла путь становления и утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства на основе равноправия, учета интересов друг друга, взаимного уважения, доверия и поддержки. Сегодня ШОС по праву занимает достойное место в ряду международных структур, устойчиво растет его авторитет на международной арене. 世界遵循上海精神。ШОС уже находится на новой отправной точке. Внести больший вклад в дело прочного мира и совместного процветания на планете.